Друзья, всем привет! Давайте сегодня я вам покажу, как у меня живет мой черный принц. Я сейчас, наверное, здесь уже скоро буду их выманивать, потому что сейчас скоро уже приедет еще одна партия. О, вот он, червячочки прям уже сверху здесь ползают. А вот их тут полным-полно. Сейчас я попытаюсь вам его показать. Вот такие вот уже хорошенькие ползают, смотрите. Ну, я думаю, это уже, наверное, как основная масса. Давайте посмотрим. Ну да, вот они тут уже кругом. Ну, такие вот они вот хорошенькие. Ой, чуть ли у меня телефон не упал. Вот такие вот червячочки уже ползают. Сегодня, кстати говоря, у нас... Еще даже, по-моему, месяц не прошел. Надо посмотреть по видео, что-то я уже не помню. Заселение. Может быть, месяц уже и прошел. Что-то надо глянуть. Но результат мне очень нравится. Сейчас я, наверное, подготовлю субстрат. Вот они не кругом. Хочу сказать, все-таки для навозника, да, это... реально быстрый рост. Учесть, что он у меня здесь сейчас с большой плотностью. Здесь у меня 2000 коконов лежит. Я их не расселял еще. То меня все это очень устраивает. Вот они, тут они кругом. И хочу сказать, червяк, он, ну, не маленький. То есть такой уже прям хороший ювенильчик. С ККЧ у меня такого не было. У меня было много разных разновидностей ККЧ. Но такого эффекта я не получал, если честно. То есть это не монтаж. Все вам показываю в реальном времени. Такие вот уже ювенильчики. А вот есть даже, смотрю, прям уже большой ювенильчик. Смотрите, ребят. Есть даже вот такие штучки уже. Супер. Просто супер. Вот. Либо это, блин, подождите, либо это у меня тут дендробена ко мне прилетела. Похоже это на дендробену, знаете. Да, это явно дендробена. Выкину я ее куда-нибудь вот сюда. Там у меня живет дендробена. Это точно не черный принц. Видимо, с торфом прилетело. Ну, дендробена это не страшно для навозника. Другого навозника у меня нету. И быть не может. Потому что черный принц это просто сказка вообще. Просто обалденный. Вот вы гляньте. И хочу сказать, вот он упругий, знаете, вот я вот давлю на него. Упругий червячочек. Я, наверное, конечно, большого не найду. У меня тут должен быть где-то один большой червяк. А, вот он. Вот он. Смотрите, какой красавец. Кстати говоря, обратите внимание, как он уже вырос. Если помните, он у меня был маленький. Ну, не такой большой, как вот этот. А вот этот уже, он какой красивый стал. То есть, однозначно, за месяц он подрос. Это прям 100% вообще. Очень классный червячочек. И вот он жесткий. То есть, вот я его держу. А он стоит. Хвостик держит. То есть, для рыбалки червяк просто огонь. Он, ребят, он реально упругий. То есть, он чем-то похож на дендробену. И вот такой вот прикольный цвет у него. То есть вот он подрастает уже. Вот такой вот червячочек получается. Вот, ребят, ставим лайки, подписываемся на канал. Переходим также для общения в телеграм-канал. Мы там много чего обсуждаем интересного. Помогаем новичкам, ну и не только. Всем спасибо. Пока-пока.